Ну что, вперед? Бесконечность не предел! Латум. Drop it like it's hot. Ну так, давайте начнем! Прямо сейчас! Мы дома! Сома, выглядишь очень мужественно. Похоже, было нелегко. Качемучика. Чавк, чавк. Ты на курочка? Выглядите очень круто. Заткнись, блядь! Только у меня здесь член! Что? Я тебе сиськи отдам. Говоришь, проблемы, будут тебе проблемы. Хорош грубить, старшин. Хочешь узнать, как я бью по роже? Не пугай меня так больше. Хочу приготовить блюдо, которое мы еще не пробовали. А что-то новенькое? Ага, это называется карри. Карри? Никогда про такое не слышала. Хочешь попробовать приготовить его из этого? А сложно готовить это самое карри? Готовить его несложно, но нужно постараться, чтобы вкус получился идеальным. Главное, в конце готовки обязательно добавить в кастрюлю рю. Чего? Сожрать меня решил? Ты дикарь. Должно быть, все слышали историю о спящей красавице. Сказка. Да, именно. Но волшебство так просто не случается. И Таорен, как и она, пробудится от поцелуя. Чё? Отец наш, сущий на небесах, исцелит тело этого мальчика. Пожалуйста, госпожа милашка, пожалуйста, убей меня и тоже воскреси поцелуем. Акихито? Точно, разреши представить. Ты свинья, сэмпай! Чего вдруг такие выводы? Акихито, ты просто ужасен. Не подыгрывай ей. Настоящая, оказывается. О чем это ты? Я думала, что ты решил полностью отраниться от реальности и придумал себе милашку в очках, которая охотится за тобой через слово два дня. Просто поразительно. А что, она должна говорить о чучке? А ведь это хорошая идея. Акихито, извращенец. Из чего такие выводы? Ты в самом деле хорошо стреляешь. В Японии твое мастерство на втором месте. На втором месте? А кто же лучше в Японии? Ой, мимо, мимо. Еще разок. Ты сделал это специально. Сдохни, правда, сдохни! Так и быть, поделюсь. Чё? Быстрее, тупица! Что? Плевал я на тайфун. Ты заплатишь. Что за... Не нужно печь! Срок годности 7 лет! Просто открой и ешь! Положите тельку в булочку и вуаля! Эй, вы чих будете, ублюдки? Какого черта? Обалденно! Если за всем этим стоит Садюга, то дождь всю ночь тарабанить будет. Если сопротивление бесполезно, то мне больше ничего не остается. Казуки! Что? Переночуй у меня. Нет, это как-то слишком. Не переживай, я тебе и пальцем не трону. Разве это не мои слова? Хорош ныть уже. Что, язык проглотил? В плюшевую игрушку превратился? А, ты же... Единственный междуземец в нашем отделе. Наблюдатель. Также он занимается распространением дезинформации. Сначала Капа, теперь крыса-монстр. Ты кого крысой назвала? Я тебе сейчас твой стручок откушу. И яйца. Мы ебанутые. Мяу. Мур-мяушки. Те, наслаждайтесь смертью. Уничтожьте лидера, и группа развалится. Сражайтесь в тылу, как команда. Бесконечные чувства, не могу перестать любить тебя. Не верьте в то, что американцы невероятные. Занжи, вот настоящий идол. Капитан Америка сдулся. Железный человек сдул. Они не сравнятся с силой нашего братца Джи. Матерь моя, у этой субы еще и пластика. Я хочу сожрать тебя. Спасите меня, не убегай. Флэр просто кошечка с сильной магией. Форма и облик не имеют значения. Верно? Hello, мой личинус. Ты, как всегда, кусок говна. Маманя, я уж думала, ты подохла. Прав, сученьки. Мало тебе хахали, ты еще и псину притащила. Он с твоим бати под дверью валялся. Сиськи. Пидармотина моя сладкая. Да она с ним лучше обращается, чем со мной.
как ты соблазнял девушек. У тебя же их много было, да? Я такого не говорил. Просто ты так спокоен в их обществе. Ты знаком со многими девчонками. Это вполне нормально. У Кайзаки был большой опыт с женщинами? Так по-взрослому. Нет, это нормально. Мы же на третьем курсе. Ну тогда прошу прощения. Это я ненормальная. Я не о том! Лети. Ожидаемо. Эй, ну ты чего? Даже метлу в воздух поднять не можешь. Гляжу, в наш класс двоечник затесался. Ай, глаза б мои тебя не видели. Ты ж нам теперь только мешаться будешь. Смотри. Лети. А? Хитрожопость. О, ребята, вы все здесь. Хорошие новости. Я наконец-то узнала, какой силой обладает Сарушима. Потеряли дар речи от удивления. Хотите, скажу? И как же мне быть? Нет! Черт, ну почему опять только меня? Карма настигла. Тома вон там запряталась. На чего ты копаешься-то? Дзюн! Не понял, чего ты до сих пор в худи? Снимай, пошли плава. Ух, юп! Слушай, зачем ты торопишься? Ну, возраст довольно важен, не так ли? Я молодая, решайте сами. Чего? В каком месте? Ты не моложе нас, старуха! Сколько ты тратишь на свою красоту, карга? Мужчины должны лучше знать. Довольно неэтично навязывать мне должность короля демонов. Хотя я на 2 года младше. 2 года? 2 года. Кайфани. Эй, рот закрой! Но я еще ничего не говорил. Ну а вы, Зая и Миша, берите водные пистолетики. Это нам их водой обливать? Что делать? Что делать? Убьют же к чертям. Что ж... Попаду меня убьют. Попаду меня убьют. Попаду меня убьют! Ой-ой-ой-ой, что такое? Неужели вы лишили дара речи от того, какая я милашка? Сколько раз повторять, чтобы до тебя дошло? Ты тряпка рядовой. Да не могу я. Все ты можешь. Если эта военная тренировка наградит тебя силой духа, что поборет твой мазохизм, то ты сможешь попрощаться со своей болезнью. Разве я не умница? Куда это ты пелишься? Оскорблять старших по званию противоречит уставу. Начинаем заново. Вот оно что, заканчивается пубертантный период. Достал! Ты кем себя возомнил? Так и быть, брат поможет советом. Прости, да понял я. Сболтнул лишнего. Я не слышу. Смилуйтесь, госпожа Сачи. Ну что, идем? Ага. Дружище, слыхал про призрака из башни Б? Таинственная женщина-паучиха. Жуть. Дурак. Не бывает на свете никаких чудищ. Испугались? Обосрался. Да ну нахер. Вот так аппетит! Думаешь, а я ведь легонько поужинала. Нихуя себе. Надо тоже кушать и набираться сил. О, кстати... На источниках вы встретили Гэнью Шинадзугаву. Мы вместе в отряд пришли. Что? Ну надо же. Да что такое, Нэдзуко? Щекочем. Мор! Ага, так вот как ты действуешь. Все с тобой ясно. Что? Я читала об этой уловке. Мужчина приглашает девушку в гостиницу. Не волнуйся, говорит он. Я просто хочу немного поспать. Да, ты не будешь ко мне приставать. Девушка соглашается. Мужчина набрасывается на нее, как дикий зверь. И так она теряет свою честь. Ух ты, ну у тебя и воображение. Ха, это то, что защищает порядочных девушек, как я. От развратных интриг сумасшедших безумцев, вроде тебя. А, понятно, ебанутая. Едем дальше. Угадайте, какого цвета мои трусики? Что за бредятина? Мне что, юбку тебе задирать? Почему бы и нет? Ой, ветер! Как так? Огненное дыхание!
Что это за непробиваемая юбка? Но ты не зазнавайся. Если я захочу, то смогу взглянуть на чьи угодно трусики. Дальнее чувство! Итак, какого же они цвета? Прозрачно. Совершенно верно. Я попала в другой мир. Мое желание исполнилось. Героиня, что спасет наш мир, явилась! Героиня, примите мое почтение! Героиня, героиня, героиня! Извините, но я обязан посмотреть! Высший класс! Помоги мне поймать вора! Дон-Дон, беги за вором! Ладно, одна скорость тебе не поможет. И это все? Тоже мне задание. Ваша сумка. Какая аура смерти? Ты поймал его? Нравится сумки у меня воровать? Каждый день одно и то же! Я тебя буду бить каждый раз, когда поймаю! Беги! Что же ты не бежишь? Ужас какой! Приветствую вас, дорогие друзья. Что ж, весенний сезон оказался поразительно интересным лично для меня. Прям-таки вау. Напишите в комментарии, будет интересно узнать ваше мнение. Если есть желание и возможность, вы можете поддержать нас через донат Бусти. Перед выпуском я кидал кусочки с выпуска. Отдельная благодарность лезет Торту за постоянную поддержку. Вот прям сяпки. А также спасибо братикам Фикспро, Серега Человеков и Даниил Корлеон. Ну и присоединяйтесь к игровому местечку Энгейм. Я там буду появляться больше, чем тут. Плюс я создал за Энгейм под коротенький монтаж. Летайте. Ну, я потихоньку делаю переозвучку. А также заглядывайте в мою игру в Телеграме, вот она здесь, лучшие мем отборные арты, последний инфо по канал. И там я проще поймать. Не забывайте нажимать лайк, если тут впервые, даже подписаться на канал. Приятного просмотра! Нужно что-то дальнобойное. Дальнобойное есть. Где? В пизде. Не умею! Простите, надо помочь другу! Стреляй! Ебать, я ж плавать научился! Урод! Прикончу тебя нахуй потом! Спасибочки! Камень ясновидения – достояние моего рода! Что вы говорите? Вот же ты говнище пошляцкое! А, это же Тограс! А, Интограс! У, я, се, пи. Ого, даже моей маны хватит! Так и знала, что попробуешь, отребье пошляцкое! Ай! Хватит думать об этом. Я дома. Юки-чан, ты с подругой... Добрый день. Мужчина. Мужчина. Что? Мужчина! Не позволю, в этом доме ему не быть! Что за подлец посмел приставать к нашей принцессе? Приятно познакомиться, меня зовут Арима Сайтира. Заботьтесь о ней, пожалуйста. Что это значит? Лапу. А? Это псина лучше Бати. Лучше бы ты меня от него родила. А теперь объясни-ка, на кой черт Илон Маск взял и купил твиттер бесполезный? Ёбнулась? Настоящий гений. А теперь скажи, кто придумал теорию, объясняющую все мои извращенские заскоки и сдвиги? Зигмунд Фрейд. Маманя, кажись, в больничку пора. Как так? Меня ведь насквозь прошпилило. Скажи, я ведь умерла, да? Как и почему ты здесь оказалась? Ай! Да, ты холодная. И пульса совсем нет. А? Все нормально. Ты абсолютно мертва. Как же на вашем языке это сказать? Точно! Ты стала зомби. Сначала делаем так, а потом так, а потом, наверное, так. Заплетем такие же, как у твоей любимой Канроди. Так мило, что у меня сейчас кровь носом пойдет. О, Незука, да чего красивая сегодня луна. О, тот самый унизительный взгляд. Я, хряк, приполз к вашим ножкам. Молодец, свин. В награду я сделаю тебе массаж своей ножкой. Ты аллерген извращений. Нет, избавить тебя от мазохизма – это утопия. Я отправляюсь в рай. Пришло время получить награду. Извращенец. Госпожа Мио. Отвали. Голова кружится. Есть вместе со всеми. Так весело!
нажранкалась. Да, да ты на 20 мужиков нажрала, так точно. Шеф-повар, я готова тебе отдаться. Ну как тебе? Мяу. Ёж, а почему бы тебе не облизать мою обувь? Вот тогда, может быть, я и оставлю твоего ангела в живых. Ах ты! Не присмыкайся перед ним, ёж-мазохист. Маза... Вот как ты должен отвечать. Ты должен облизывать мою обувь. Битва грандиозных садистов. Нет, это отвратительно. Беру свои слова назад. О, он передумал. Я тоже шутил. Ню? Юху, Лиза! Пошли вон отсюда! Я вас не звал, идите нахуй! Вы теперь на земле, не просто же так входную дверь придумали! Уж кто бы говорил! Здорово, бродяги! На земле такие хрупкие двери! У меня дикое желание скинуть тебя со скалы! Со всей этой ситуевиной Язора может проснуться! Да вы шутите? Ему вообще буква Ю! Мы делили апельсин, много наших полегло. Что-то не так? Том, попроси штаб зама направить подкрепление. Что? Держи. Опа, согласен, фотка просто супер. На что уставился? Запись слушай! Задонатьте. Лайк поставьте. Извиняемся, что потревожили. Нет, Сина, ты тут ни при чем. Ну, смирись, такова уж твоя судьба. Проклинай тот день, когда познакомился со мной и Ти. Я ничуть не жалею, что познакомился с вами. О нет, ты поразил меня в самое сердце. А ты сейчас вот этим поразил мне мои уши. Я уже жалею. Двуличный мерзавец! Но я люблю, когда ты со мной груб. Гадость. А теперь я объясню вам, какое вас ждет задание. Устроим проверку на храбрость. Шура, ты дежуришь. Ей всего 18 лет, она несовершеннолетняя. Ей нельзя пить алкоголь. 18? Что за глупость? В этом году ей уже исполнится 20... Ой, из рук выпало. Не забывайся. Он на меня рассердился? Я люблю сильных мужчин. Такова наша раса. Шира, а ты женский угодник. Чего? Тебе кто-то приглянулся? Чё? Или у тебя уже есть женщина? Она? Или это кошка? Или парнишка? А, чё? Не-не-не-не-не, всё не так! Не-не-не, Педиков осуждает. Да ну. Чего? Можете не скрывать свое удивление. Если честно, у меня даже есть идея, какой силой она обладает. Вот только вам я этого рассказывать не обязана. Тут вы можете положиться на меня. Нет! Почему только меня? Эта карма называется «Козырь тебе в жопу». Итак, ладно, эльфы, заработал. Ага. А чтобы обеспечить возрождение нашей расы, давайте тоже начнем делать детей. Точно! Я не знаю, как они собираются заводить детей, но приятно видеть, что они такие оптимисты. Начнем немедленно. Да, поехали. Арбайтон, арбайтон. Господин? А, Кевин, как ты вовремя? Чем могу помочь? Я насчет своего обучения. Денег нет. Слишком быстро ты ответил. Ну, если бы вы пришли на прошлой неделе, я бы еще помог. Но на выходных я пошел ва-банк и проигрался в пух и прах. Ты до сих пор играешь. Это что, настоящие сиськи? Ничего себе! Может, тогда тут? Иисус! Что? Нас раскрыли! Сваливаем! Что-то у тебя фигурка какая-то женственная слишком. Внимание! Всем внимание! Ну так я женщина! Чего? Как? Нет! Не шутишь, как это? Ты чего запаниковал? В другую сторону повернись, раз девушка! Я куда попал вообще? Любите же вы, самураи, за всякие мелочи цепляться. Никакие это не мелочи! Умей радоваться мелочам. Особенно, когда эти мелочи так веселят. Слушай, ты меня своей смелостью поразил. Выберемся отсюда, женись на мне. Нихуя себе! Бить!
Я говорю о животном, которое передвигается по земле. Например, о таком? Брысь. Вы просто неподражаемы. Такая роль мне тоже не подходит. Старшая сестра стащила мой образ. Дразнить нехорошо. Это знак моей любви, извращенной любви. Как же мне вернуться домой? Мне позвать сюда твою маму? А, ну как? Не волнуйся, это один из моих любимых видов спорта. Это место так похоже на мой двор. Офигеть. Боже, это призрак. Мистический дух. Кайхара, пожалуйста, не разговаривай со мной. Слышь, ты где это ведро откопала? Это не важно. Я сниму свою юбку! И сделаю из нее место для игры! У моей юбки два слоя ткани! Правда здорово? Облом! Он хамит госпоже Пузырьке! Думаешь, я боюсь каких-то низкоуровневых скелетов? 20 уровни? По заветам босса, первый шаг против игроков — сломать им ноги. Второй — вырвать глаза. Мои глаза! Третий — разорвать глотку. Чему только Дадон их научил? Ну не по лицу же. Спасите! Вот босс вернется и точно нас похвалит. Пока! Заходи, Слав! Внимание, предупреждаю всех, аниме вредно для вашего ментального здоровья. Пожалуйста, после просмотра серии обратитесь к врачу. По крайней мере, я точно уж пошел. Что за херня? Спасибо.